Всем привет! Я сегодня снова выбрался на рыбалку. Я также нахожусь на реке Каланг, но сегодня я хочу поупираться больше в поиски змееголова, поискать его и попробовать поймать. Посмотрим, что из этого выйдет. Есть. Есть. Мелкий. Видел, как атаковал. Вот такой красавец взял. Прямо под ногами. Видел, как он стоял, атаковал блесну. Небольшой, но приятный. Отпускаю. Ушел. Атакует нам мимо. Есть. Есть. Завела. Здоровый, блин. Не могу вытянуть. Змееголов взял хороший. Вот как его вытянуть из травы, я не знаю. Засел. Дам слабину. О, не хочет выходить.
на дне лежит. Вот, 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 вот. Ох ты. Есть. Хороший. Накрутил. Тоже под ногами прям видел, как стоял. Такой красавец. Отпускаю его. Ушел. Так, ну вот, взял я первого змееголова на реке Каланг. Буду пробовать еще. Догнал. Есть. Вот такой красавец влупил под самым берегом. За проводку, наверное, было 2-3 поклевки. Никак не мог засечься. И под самым берегом догнал. Вот такой. Отпускаю его. Шел красавец. Решил я поставить вот такую маленькую лягушку, попробовать половить змееголова. Посмотрим. Есть. Пошел. Есть, сел. Что? Промахнулся. Вот, а этот взял. Есть. На лягушку. Ну вот такой вот красавец взял на лягушку. Было много холостых поклевок, и вот наконец-то он взял. Вот такой красавец. На маленькую лягушку. Такую. Вот. Отпускаю его. Ушел.
Есть. Есть. Прям под ногами. Хорош. Взял. Вот такой красавец влупил. Я отвлекся, даже не видел. И прям под ногами взял. Вот такой вот монстр. Классная рыба. Агрессивная очень. Взял нам вот такую маленькую лягушку. Отпускаю его. Ушел. Есть. Есть. Совсем мелкий. Вот такой вот красавец попался. Меньше, наверное, здесь я еще не ловил. Было пару выходов. И на очередной проводке он просто влетел. Вот такой вот. Отпускаю его. Маленький, но окунь. Вот такая рыбалка сегодня у меня получилась. Нашел я змееголова, удалось мне его поймать. Даже окунь клевал. В целом рыбалкой я очень доволен. Всем спасибо, скоро увидимся.